Привет всем! Это... Это Ви из BTS. В сегодняшнем мукбанке шоу еды. Я буду есть суши. Давайте начнем. Хорошо. Это суши, а не арбуз. Мне жаль. Я только что прочитал комментарий, в котором говорится, что вы меня плохо слышите из-за музыки. Собственно, сегодняшнее шоу не обо мне. Все дело как раз в музыке. Давайте продолжим слушать. Я всегда ем немного поздно, но... Сегодня я составлял график, и у меня было небольшое окно во время расписания. Я знаю, что некоторые из участников BTS недавно выходили в V-Live, и... И мне тоже захотелось это сделать. И вот я здесь. Это не моя студия. Собственно говоря, вокальная линия BTS. У нас пока нет частных студий. Я живу в нашем офисном здании. Не то чтобы наша компания так сильно выросла. Я вижу, что огни, космос и все немного сложнее, что отлично подходит для съемок. Эта песня принадлежит нашему старшему Сонбиним, Оазис. Готово. Мукбанг готов. Арми, вам нравится эта песня? Хорошо.
Эта песня называется «Наконец-то». Саранхэ, я люблю тебя. Подождите, что это? Тихён, пожалуйста, скажи что-нибудь по-испански. Испанский язык. Привет. Спасибо. Я люблю вас всех. Я люблю тебя. Эта песня началась внезапно. Еще одна песня, которую я много слушал в последнее время.
А сейчас? А могу я им это показать? Извини, брат. Видите? Протеиновый коктейль, протеиновый коктейль. Он пролил этот напиток, как только вошел. Какая трата, ах, какая трата. Я потратил деньги зря. Ви, отличная песня. Конечно. Этот парень только что закончил тренировку. Не мог бы ты поздороваться? Я должен был просто выпить мой протеиновый коктейль. Что ж, нам пора начинать. Отличный музыкальный вкус, как всегда. Куда мы сейчас идем? А мы будем... Это уже было раскрыто. Мы все равно будем над чем-то работать. Мы собираемся над чем-то поработать. Мой макияж снова размазан. Вы не будете разочарованы.